Я хочу тебя нарисовать. Я могу, пожалуй, это сделать. Но могу, конечно, и не делать, чтобы лишний раз не рисковать. Я хочу тебя поцеловать. Целовать я вроде бы умею. Вот сейчас пойду, лицо умою и вперед. Так что, не целовать? Я могу вообще-то и убить. Ну, в порядке самообороны. Ведь бывает, знаешь, на столицу эскадроны. Или в электричке 5 на 5. Я вообще не знаю, что хочу. Похочу чуть-чуть и перестану. То взять власть, то стулья переставить, то тебя похлопать по плечу. Это тебе.